И атавизмы сел говорить. Их четыре всего лишь. Многососковость. Избыточное волосение тела. Третье. Хвост. Четвертое. Жаберные щели в глотке. Да, такое бывает. Такие люди рождались когда-то. Ну вот по поводу этого я не знаю точно. Их скрывают. Никуда я с ними не встречался, с такими. И с хвостом, и с волосевшими, и с многососковыми я никогда не видел их. Сколько вот работаю, учеников таких у меня, например, не было. Точно. Обычно сразу все это будут либо хвост отрезать. Ну, в общем, операция, скорее всего, жабры будут зашивать. Поэтому никому это не нужно.